современной женщине очень много требований. Она должна каждый день хорошо выглядеть, быть успешной и в личной жизни, и в карьере, всегда и все успевать. Даже если все это удается, в определенный момент возникает ситуация, когда необходима перезагрузка, возможность посмотреть на себя со стороны. Родные и близкие в подобном случае могут выразить лишь субъективную точку зрения, а объективно оценить проблему предлагают психологические тренинги. Каждая женщина когда-то сталкивается с каким-то вопросом, который ей трудно решить самой. Это могут быть взаимоотношения с детьми, это могут быть взаимоотношения с мужчиной, это могут быть какие-то отношения с родственниками. И наступает такой момент, когда ей кажется, что она одна, и она не может решить этот вопрос. И вообще, что такой вопрос только у нее одной. И на помощь как раз приходят мастер-классы, общение с другими женщинами. Когда вы находитесь на тренинге, работа коллективная, вы видите, как меняются другие, идет поддержка. И, конечно, процессы происходят намного быстрее. Женщины любого возраста могут попасть в неразрешимую для них ситуацию. Юные с отсутствием жизненного опыта, зрелые из-за накопленных проблем и разочарований. Ну, женщины приходят на тренинг, начиная с возраста примерно 20-25 лет и до 60. То есть получается 20+. Не зависит от возраста, это зависит от того, когда женщина готова и хочет развиваться. Социальная роль женщины в современном обществе за последние десятилетия менялась неоднократно. Сегодня мы пришли к тому, что успешной нужно быть и дома, и на работе, и в воспитании детей, и во взаимоотношениях с мужчиной. Этой теме сегодня посвящено немало книг, телепроектов, сайтов, блогов и мастер-классов. Одним из известных специалистов данного направления считается Лариса Ренар. Лариса Ренар – это великолепный человек, она очень воздушная, и с ней очень легко. Лариса – уникальный человек. Ей удается собрать все знания, которые она собирает в разных странах. Она очень много путешествует, она сама очень много проходит тренингов. И вот эти знания ей удается собрать в единую систему. И чем мне нравится система обучения в Академии частной жизни Ларисы Ренар, это как раз системностью. Есть 6 тренингов, которые помогают женщинам развивать разные состояния. Состояние хозяйки, состояние девочки, состояние королевы, состояние любовницы. И затем соединить эти состояния в себе. Этой осенью в рамках всероссийского турне Лариса Ренар приезжает в Челябинск. В программе визита, встречи с читателями, благотворительный обед, а также мастер-класс «Круг женской силы. Перезагрузка».